Здравствуйте. Я преподаватель самой естественной, самой волшебной науки на планете, и имя ее химия. Химия – это наука о веществах, их свойствах и превращениях. В своей педагогической работе я использую различные методы, подходы к обучению. Но главное на моих уроках – это человеческое общение. Всегда надо помнить, что преподаватель воздействует не только с помощью знаний, но и своим поведением и отношением к работе. На этапах занятий актуализации знаний, изучения нового материала, даю содержание темы в виде блоков информации, расположенных в определенной последовательности, позволяющих установить логические связи между ними. Это обеспечивает целостность, логичность и обозримость информации. Основным ее достоинством является организация и систематизация основного учебного материала. Часто я предлагаю небольшой объем дополнительного материала, не требующих специальных знаний для его усвоения. Такой подход приводит к развитию способности мыслить нестандартно. Интересный бытовой химический пример может изменить стереотипность поведения и из пассивных слушателей сделать активными участниками урока. На этапе занятия обобщения и систематизации знаний предлагаю рассказать друг другу изученный материал. Это способствует закреплению знаний учащихся, развитию умения обобщения и логического мышления. Кроме того, в рамках формирования системы самостоятельных умений и способов действий при дифференциации применяются проектные формы обучения. Я широко использую межпредметную интеграцию на химической базе, которая позволяет объединить знания и сформировать целостную естественно-научную картину мира. Я применяю такие формы и методы работы, которые позволяли бы ученику раскрыться, применять учебные действия, полученные в одной области знаний, в реальных жизненных ситуациях. Такие возможности представляет методика интегрированного обучения. Считаю, что изучение химии невозможно без эксперимента. Удачный эксперимент, своими руками проделанный и своими глазами увиденный, может доставить немалое удовольствие и принести немалую пользу. Важно, что ученики получают возможность самореализовываться, что способствует мотивации учения. Одной из основных функций учителя является обучение и развитие личности ученика. Особую значимость приобретает организация исследовательской деятельности, которая оказывает существенное влияние на личностное и профессиональное развитие учащегося. На протяжении многих лет я занимаюсь организацией исследовательской работы по химии и биологии в нашей школе. Так, под моим руководством были проведены исследования по теме «История Фролского забоя», «Газа в гражданской войне в России» и многие другие. Одной из новейших форм обучения является использование технологии образовательного маршрута. И в июне 2017 года для реализации данной технологии мы отправились на правобережье Дона. Данные таблицы наглядно демонстрируют, что качество обученности остается стабильным. Мои учащиеся имеют возможность демонстрировать учебные достижения благодаря активному участию в олимпиадах разного уровня. Любовь выпускников школы к моим предметам повлияла на выбор их будущей профессии. В нашей школе действуют две региональные инновационные площадки, и я являюсь активным участником инновационной деятельности школы. Под моим руководством был организован хор мальчиков и вокальная группа мальчиков. И в заключение хочется вспомнить слова Ключевского. Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. Спасибо за внимание.